Учреждения закрыты, а вот руководство открытое к диалогу. Начальник УФСИН России по Ивановской области принял решение проводить прямые линии с заявителями из числа родственников и близких осужденных ежемесячно. На прием записываются заранее и приходят лично в порядке очереди. Также можно позвонить по телефону. Это удобно жителям других регионов. Вместе с Федором Рубцовым на вопросы отвечали представители общественности и региональный омбудсмен. На протяжении всей линии на видеосвязи были руководители исправительных учреждений региона. Поступали разные вопросы, большинство из них касалось здравоохранения за колючей проволокой. Прямые телефонные линии в УФСИН России по Ивановской области проводятся регулярно. Нужны они только для того, чтобы показать общественности и гражданам, что мы готовы к конструктивному диалогу, готовы отвечать на жалобы, предложения и заявления. Мы не ожидаем большого количества звонков и прихода граждан, так как начальник управления проводит еженедельный прием в понедельник с 14 до 16 в здании управления.